Я земля. Джим, это походу взрыв. Земля, что у тебя опять происходит? Ничего, Венера. Просто мои жители немножечко, ну так, в гневе. В каком еще дне гневе, земля? Мне уже надоело. Они шумят на весь космос, на всю систему. О, привет, друзья. А чем вы занимаетесь? Макс, что ты здесь делаешь? И почему ты такой радостный? Я тут с землей разговариваю. Почему здесь у нее какой-то хаос происходит? А знаете, почему я такой радостный? Потому что сегодня ко мне еще кто-то прилетит. А, ясно. Ясно. Нептун, что ты делаешь? Читаешь книгу? Да, Уран, я хочу посмотреть, что здесь. Да давай во что-нибудь поиграем. Тебе, наверное, скучно читать. Нет, мне в самый раз. Давай поиграем в догонялки или в прятки. Нет, мы уже 1000 раз в это играли. Сколько не сосчитать. Да ладно тебе, давай. Меркурий, ты меня не догонишь, я тот самый быстрый. Нет, догоню, это нечестно. Как ты стал таким быстрым? Ну, это секрет, начал быть профессионалом в догонялках. Ты ж 1000 лет в это уже играл. Теперь я тут самая быстрая планета. Ай! Больно. Стоп, это был сон? Я не понимаю, что у вас здесь происходит? Что вы так шумите? Ну, привет. Я Плутон. Я хочу попасть в Солнечную систему, но не знаю, как это сделать. Именно поэтому у меня есть план. Ха, ну привет, Марс. Меня наконец-таки взяли в Солнечную систему. А, что, кто? А, это ты, Плутон. Как же ты меня напугал. Тебе взяли в планеты? Не верю. Ха, спасибо, что помогла мне, Земля. Без тебя бы я не справился. Привет. Плутон? Так сов, Венера. Давайте не будем ссориться. Нептун! Да, очки. Сейчас. Держай. Спасибо. Ну вот, тут написано, что... Плутон! А? Не понимаю, что у вас здесь происходит вообще? Меркурий, отойди! Я с Плутоном разбираюсь. Плутоном? О, Плутон, привет. Ты что, и с Плутоном хочешь что-то сделать? Да, поэтому не мешай. Как же они меня уже достали. Меркурий, что ты такой мелкий, а? Я не мелкий, а ты да. Зато я Плутона выше. И что? Все равно же маленький. И что ты тут двигаешься? Тебе к Солнцу пора. Что здесь происходит? Я не понимаю. Венера, ты опять обижаешь Меркурий? Ну а что? Он такой маленький, что я аж не знаю, что с ним сделать. Зато у него есть плюсы. Он быстрее всех может покрутиться вокруг меня. Солнце! Я тоже могу! Я тоже могу быстрее! Вряд ли. Что? Уи, я уже в какой раз пробежал у него вокруг. Уи! Все, хватит, ладно! Ладно, ладно! Что такое? Хочешь прощения? Нет. Ладно, я схожу к Сатурну. Кое-что у него спрошу. Да. Солнце, ну как он тебя не бесит? Меня никто не бесит, даже ты. Я всегда могу спокойно. Ну иногда я могу быть, конечно, в гневе. Если меня разозлить, конечно. Хо, солнце, конечно! Ты чего ты его терпишь? Сатурн, слушай, у меня тут одна проблема. Кто это говорит? А, это ты, Меркурий. Вижу, какой же ты маленький. Хорошо, что ты хочешь? Я хочу... Что ты хочешь? Опять что-то себе? Нет, 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 в этот раз нет. Я хочу, чтобы надо мной не издевались. Ну, извини, ничем не могу тебе с этим помочь. Почему? Ну, потому что... Так, я не знаю, чем тебе помочь. Слушай, ты можешь просто со смехом и не бояться Венеру. Реально? Конечно. Правда? Ну хорошо, я сейчас пойду туда. Стой, подожди, я еще не договорил. А, ладно, пусть сидит там. Привет, Венера. Опять меня прощения хочешь теперь попросить? Нет. Теперь я тебя могу разозлить, а ты меня нет. Привет, Марс, давай в догонялки. Нет, не хочу. Что случилось? Да так, вспомнил кое-что. Иди, земля. Почему? Я тебя не узнаю, Марс. Ты какой-то невеселый. А я вот помню, что у меня была жизнь. Чего? Да не было у тебя ничего.
Было. 4 миллиарда лет назад. Ты же был Земля. Я тогда еще не знал о тебе. Ну, расскажи. Это было 4 миллиарда лет назад, когда именно и ты боюсь, и я. У меня была вода, растения. Не верю. У меня было все, как у тебя, Земля. Но время шло, и что-то у меня все останавливалось. Как-то с каждым годом все менялось. Вообще всегда менялось. А сейчас, может, у тебя ничего не меняется, да? Ну да. Это все, наверное, из-за солнца. Все солнце мешает. Если бы не солнце, то... Да. Если бы не солнце, то на, меня бы уже не было. Ах, Земля, почему ты не как мы? Наконец-то у меня появились кольца. Земля, смотри, у меня кольца. Епить, они же у тебя всегда были. Что? Солнце, я тут пришел уточнить. Земля мне сказала, что кольца у меня уже давно. А я увидел, что они только сейчас у меня появились. Это правда? Да, конечно, это правда. А что? Что за странные вопросы? Они же у тебя всегда были. Эх, знал бы ты сейчас, как мне грустно. Я увидел эту планету и сразу просто офигел. Я уже сказал, что у тебя это уже давно. Да, а знаешь почему? Ну и почему же? Ну, потому что у тебя есть спутники. Как у Сатурна, Урана и Нептуна. Серьезно? Вот это да. А почему я только сегодня заметил? Не знаю. Но они у тебя точно есть. А, правда? О, вот же они. Спасибо большое, Уна. Ну, привет, мои спутники. Наконец-таки вас нашел. О, мне Земля говорила, вроде ты Европа. У них там вроде тоже Европа есть. Какой еще нет? Я единственная Европа. Ты что, совсем что ли офигел? О, привет, Йо. Какой я тебе Йо? Ты что, совсем что ли? Ладно. О, Альматея, привет. А что тебе от меня нужно? Ты хочешь сказать, что я выгляжу типа как какой-то астероид? Нет, я такого не хочу сказать. Вы что? Вы мне не рады? То, что я наконец вас нашел? Да ты понимаешь, что мы тут без тебя вообще делали? Вообще, понимаешь? Вы ненормальный! Слушай, Марс, а ты не думал, что если мы все столкнемся? В смысле? Ну, то есть, столкнемся и станем какой-то, ну, одной планетой. В смысле? Я не знаю, что ты сейчас говоришь. Ну, допустим, сейчас, если мы все планеты столкнемся в одну, что будет? Откуда я знаю? Ну да. Кстати, а ты чего так близко ко мне стоишь? Ну, не знаю. Подожди. Что делаешь? Ой-ой-ой. Не делай так. Я случайно? Извини. Да ладно. Привет, друзья. О, привет, Сатурн. Привет, Сатурн. Слушайте, ну так слушай, Сатурн, а ты не думал о том, что если мы все столкнемся? Наверное, вряд ли такое, Земля. Да, я тоже подумаю. Дай угадаю, мы очень далеко находимся? Да, ты угадала, Земля. Мы находимся очень далеко, и такого не будет то, что мы столкнемся. Вообще не будет. Правда? Но мы чуть с Землей не столкнулись. Ну, потому что, может быть, были очень близко. Поэтому, да, лучше вам нужно оставаться на своих орбитах. О, привет, друзья! Юпитер, нет! Я и говорю тебе еще раз, Меркурий, ты ужасный! Не понял, что происходит. Ты понимаешь, что здесь решается? Как здесь? Да не понимаю я! О, новая планета? Нет! Да, Плутон, хватит уже по ним скучать. А как не скучать ты по ним? Я уже столько всяких планов сделал, чтобы вернуться к ним. Но и опять ничего не получилось. Обзабейте уже на них. Мы же с тобой. Ты же не одинок. Да я знаю уже. Но я хочу к ним. И что? Я придумал 170 планов. И они все равно не работают. Да забей ты на них. Да они просто тебя не берут. Ты же понимаешь. Нет. Я придумаю 171 план. И если он тоже не будет работать, но он будет концом. Я 100% говорю. Плутон, успокойся.
Да и что за успокойся твое? Я должен вернуться туда. Я должен. Правда, Путон. Может, прекратишь уже? Правда. Ну, ты же понимаешь, то, что... Ну, ты очень много планов придумывал и уходил от нас. Ты даже мало времени с нами проводил. И что? Мне нужно к ним вернуться. Я был планетой, я не должен быть карликой. И ты тоже. Црера. А я что, планета, что ли? Вах, Плутон меня назвал планетой. Вот это да! Тихо, я делаю план. Плутон, правда. Тебя уже не возьмут в планету такими способами. Планы, не планы. Они будут все равно уже не будут работать. Нет, все. Я написал план и я пошел к планетам. Мы пойдем с тобой. Что? Я не брал с собой пассажиров в Солнечную систему. И что? Мы все равно пойдем. Так, очень интересно, чтобы ты больше времени с нами проводил. Это никогда не кончится. Нептун! Что такое? Плутон? Опять ты сюда пришел? Опять ты приходишь на эту территорию, которой уже давно нет? Помнишь, я был твоим спутником. Мы с тобой, помню, встречались, играли. И помнишь, все было хорошо. Ты и спутник, и планета. Ты был карлик и планета. Кем ты только не был, Плутон? Я больше... Извини, но ты больше не мой спутник. Извини. Нептун! Мы с тобой были как не разлей вода. Все, пошли время проводить. О, да нет, я пойду еще. Боже мой. Самая огромная планета. Ты шутишь? Да нет, правда. Солнце, ты меня уже достала, это вправду так. Может, подумаем, а что если самые маленькие планеты Солнцами огромными? Солнце, что за шутки? Да, прямо сейчас, допустим, если такое будет. Ха, ты вообще такой маленький, что же не знаю, что тебе сказать. Ой, что за... Привет. Я ей говорю, да нет, солнце, это вообще плохо. Ребят, вы видели, Меркурий вырос. Серьезно? Это получилось, вот это да. Солнце, что ты сделала? Теперь Меркурий как-то большим стал. Привет, друзья. Такой уж он огромный по сравнению со мной, правда? Ну да. Но выше Юпитера так точно встанешь. А я уже выше Юпитера. Что за фигня? Вот так быстро. Вроде не так уж и быстро идет. В принципе, я такой огромный. Стоп, почему он становится выше меня? А, он теперь супер огромный, как солнце. Он солнце закрыл. Что-то так темно. С другой стороны, вроде не очень. Что ты делаешь? Не понял, а где солнце? Не знаю, где оно. Так, стоп. Что это там за супер огромная планета заменила? Пошли посмотрим. Опа-на, смотрите. Привет, друзья! Я уже вижу, что у меня самые большие кольца. И никому они не достанутся. Эх, что же делать? У меня маленькие кольца. Не выше, как у Сатурна. О, нифига себе, какие у меня огни огромные стали. Как это так? Что? Где мои кольца? Я не понимаю. Где они? Где мои кольца? Где? О, привет, Сатурн. Случайно... Кольца мои не видел. У тебя мои кольца? А, в смысле? Да, а я такой думаю, почему у меня такие огромные? Ну все, иди сюда. Не догнанешь, наверное, меня. Солнце, помоги. Да что у вас опять тут происходит, а? Теперь у меня кольца, как у Сатурна. Поздравляю тебя. А я ему такой говорю, то что вообще, что это за люди такие? Что ж так они рванули-то? Отдай кольца! А как? Да хоть как, отдай! Да господи, сколько уже можно, а? То Венера, Меркурий, Солнце, то теперь и будет Сатурн и Уран. Так он мои кольца забрал. А они как-то сами появились, я сам не знаю. Давайте померить уже. Когда он вернет мои кольца. А как это сделать вообще? Боже мой, это никогда не кончится. Отдай кольца! Наконец-таки все спокойно.
Да мне уже надоел. Да это ты мне надоел. И вообще, хоть и таким стал игром, все равно когда смог таким же... Ты вообще уже меня пугать начинаешь. Стоп. Ребята, ну ребят, ну хватит ссориться, ребят, пожалуйста, прекратите, а. Да что прекратить-то? Оп, я задолбал уже. Да, нет, он меня задолбал. Он первый начал. Нет, он. Так, давайте все спокойно, успокоимся. Так, может быть, подумаем, если вы так близко будете находиться, не на своих орбитах, то вы же все столкнетесь. А, ой, точно, вспомнил разговор о Сатурне. Поэтому, пожалуйста, Меркурий и Венера, ну вы можете как-то не ссориться? Нет, не могу. Меня этот мой задолбал уже. Нет, он меня задолбал. Он постоянно говорит, что я маленький. Хм. Пожалуйста, давайте вы не будете ссориться. И будете спокойно дружить. Ну ладно. И если вы не хотите спокойно, тогда придется сейчас я буду расставлять их по орбитам. Не-не-не-не, сейчас расставимся. Вот и хорошо. А, что? Какого фига? Мы сталкиваемся! Солнце, ну ладно, все, хватит уже. Я думаю, я все понял. Прекрати! Ну как так можно не прекратить вообще? Зачем говорить про меня плохое? Я же наоборот вам помогаю. И Земле тоже, как бы... Макс, можно тебя на пару минут? Ладно. Что ты хотел? Знаешь, на мне тоже была жизнь, как на тебе. 4 миллиарда лет назад. Что-то не верю. Рассказать историю? Завези Землю сюда тогда. Ты хочешь нас убедить, то, что на тебе была жизнь? Да зови ты уже Землю. Что случилось? Короче, на мне тоже была жизнь. Марс, ты что? Как ты избавился от Солнца? Ну, говори, что жить, пусть расскажет. Короче, это было тоже 4 миллиарда лет назад. Я вас тоже не знал, но на мне была жизнь. На мне была вода, то же самое растение. Ну, и все из-за Солнца тоже у меня случилось. У меня все начало просто пропадать. И сейчас у меня извержат вулканы. Ну и все такое, короче. Но лучше не будем говорить, что Солнце виновато. А то потом накричит на нас еще. Угу. Так зачем вообще это говорить? Да, ну почему-то 4 миллиарда лет назад у меня жизни вообще не было. Да, ну давайте лучше не будем об этом вообще никому говорить. Ой, отстой, история, не верю. Да пошел ты нафиг отсюда, Меркурий! О, я думаю, ты меня понял. Да, я понял. Все точно будет хорошо? Конечно. Ну ладно, я пошел, давайте уже запускать ракету. Ну давайте. 3, 2, 1. О, я в космосе. Нужно выйти в открытый космос. Что за... Меркурий, ты меня уже задолбал. Нет, это ты меня задолбал. Ну что ж, Марс, ты проиграл. Ну, расскажи еще одну историю. Опачки, к нам новенький прилетел. О, приветик. Что, мне это снится? Нет, правда, ничего тебе не снится. Ты в космосе? Ладно. Всем привет. Я встречал. Я прилетел посмотреть, что тут происходит просто. Я не думал, что здесь у вас такое. Да, ты не знал. Я хочу домой. Как же хорошо быть самой большой планетой. Ой, почему я становлюсь меньше? Ой, что происходит? Блин, почему я стал маленьким? Не понял. Почему я такой маленький? Надо сходить к Земле. Опа, я стал выше Юпитера. Вот это да. Вот это супер. Земля, помоги мне, пожалуйста. Кто это говорит? Подожди, Юпитер? Это ты? Да. Просто я стал меньше. Помоги мне, пожалуйста, снова стать огромным. А как я это сделал? Да, даже не знаю. Помоги мне, пожалуйста. Что же будет, если стану маленьким? И вообще, почему я такой сейчас маленький стал? Ну, во-первых, если ты же все-таки станешь маленьким, то ты защищаешь меня от астероидов и метеоритов. Потому что если бы не те метеориты и астероиды, меня бы они уже давно напали.
А так как ты становишься маленьким, они спокойно летят ко мне. Поэтому лучше тебе быть большим. Но я не знаю, как мне это сделать заново. Ну, как бы на все планеты могли это прийти. Ой, не понял. Что? Почему слово огромный? Я не понимаю, что у вас тут вообще происходит? Немного помечтал. И все-таки все спокойно. Ну, привет. Подожди, а кто ты такой? Я черная дыра. Так, стоп, Луна, а где Солнце? Не знаю. Стоп, что это там? Меркурий, ну все, ты меня уже достал. Все-таки смог. Что за... Это что, черная дыра? Ну, привет. Земля, у тебя все хорошо? Ты что, вроде уснул? А, да, извините, просто сон приснился мне один. И все-таки все спокойно. Ну, привет. Подожди, кто ты такой? Я черная дыра. Так, стоп, Луна, а где Солнце? Ну, не знаю. Что это там? Меркурий, ладно, ты меня достал. А я все-таки мог. Что за... Что, черная дыра? У тебя все хорошо? Ты вроде уснул? А, да, извините, просто сон приснился мне один. Ой, это черная дыра? Да, Путон, проснись. Тебе что, что-то приснилось? Может быть, все-таки давай, а? Нет, я занят. Ну, блин. Эй, Уран, пойдем в догонялки сыграем. А? Ну, ладно, давай. Как там кто-то появляется. Вижу. Ой, я только что появился. Ау! Блин, что же я наделал? Ё-моё! Я пошел. Кстати, Земля, мне всегда было интересно. Что же? А что будет, если на тебе жизнь исчезнет? Жизнь? Ну, вряд ли такое случится. Так вообще такого не будет. Ну, это понятно, он просто спрашивает. Ну, ладно, я скажу. Если на мне исчезнет жизнь, исчезнет много растений и много всего живого. И жизни на мне просто не станет. Люди, наверное, начнут куда-то эвакуироваться. Но я даже сам не знаю, куда. Но для меня жизнь очень важная. Потому что, как бы, я обитаемая планета. Я сам обитаемый. Ну, это уже самое понятно. Но думать о тебе не случится. Я тоже так думаю. Смотрите, там астероид. Ё-моё! Юрий, извини, пожалуйста, тебе скинул свою вспышку. Ну, даже не знаю. Хочешь на Венеру кину? Давай! Блин, Солнце, ты чего? Срачил, а расскажи, пожалуйста. Эх, они все общаются со Строчилом, а мне до сих пор не дают. Ну, я домой хочу. Домой? Почему? Тут же круто. Ну, нет, не хочу домой, потому что я... Может быть, у меня же галлюцинации какие-то. Какие галлюцинации? Нет у тебя никаких галлюцинаций. Ладно. Привет, Земля. Извини, что я тебя заделал. Но можно мне тоже пообщаться со Строчилом? Этот Строчил мой. Это мой землянин. А своего землянина я не буду давать в жертву другой планете. А то вдруг попадет. Вдруг он туда попадет, к тебе. Да не будет такого. Я боюсь. Я боюсь, потому что ты состоишь из водорода с примесями гелия и следами воды. Поэтому, если Строчил туда попадет, в твою атмосферу, то он сразу же умрет. Вот и боишься. Ну вот что и требует доказать. Где моя ракета? Фух!
Еле-еле успел. Я, походу, застрял на Сатурне. Солнце, а ты не думал, что вдруг ты белый? Белый? Что ты такое говоришь? Просто есть у меня такие земляне, которые делают теории, что ты белая. Белая? Такое быть не может. Даже не знаю. Вы же все видите меня желтым. Земля, если ты такой умный, то расскажи. Ищи свет солнца. Уже давным-давно определили как белый. Но глаза человека видят, что ты желтая. Ну блин, я же себя желтым вижу. А если вот так? Ай! Луна, а ты не думала, что... Так, стоп. Вообще-то многие проголосовали за то, чтобы остались старые планеты даже в третьем сезоне. Поэтому продолжаем. Слушай, Луна, а ты никогда не думал, что вдруг когда-нибудь я могу остановиться и больше не крутиться вокруг Солнца? Вокруг Солнца? Даже не знаю. Но у меня, конечно, были такие мысли. Земля, Луна, вы серьезно думаете, что вы остановитесь? Ну да, вдруг такое будет. Ну даже не знаю. Да, Солнце, ну если ты знаешь, расскажи. Земля, если ты резко остановишься, то все твои предметы на поверхности могут попасть в атмосферу, а потом вернуться обратно. Поэтому не говори, что ты остановишься, это для тебя очень опасно. Подождите, я остановился! Нептун, как ты думаешь, а существует ли девятая планета? Я занят. Стал уже со своим занят, не занят. Пойдем посмотрим. Ладно, пошли. Смотри, это девятая планета. О, а вы кто такие? Мы планеты Солнечной системы. А ты кто? А я девятая планета. Девятая планета? А как тебя зовут-то? Зета. Зета, я Уран, планета Солнечной системы. Тут много планет, можем тебя с ними познакомить. Эх, как-то скучно. Может, с своими спутниками поболтаю? Не хочу с тобой общаться. Я тоже. Может быть, они не хотят со мной дружить, может, из-за того, что у меня такие маленькие кольца? У Сатурна же кольца больше всех в Солнечной системе. Надо бы у него спросить. Привет, Сатурн! О, привет! Расскажи, пожалуйста, почему у тебя такие большие кольца? Хорошо, я скажу. Я поигусаю, у меня не было колец, один спутник врезался в меня, и эти обломки начали крутиться вокруг меня. Так и появились мои кольца. Пойду посплю, что ли? А что происходит? По новостям говорят, что на газовых планетах появляется жизнь. Мне уже спокойно поспать надо. Что у вас тут происходит? Ой. Привет, Земля. Как дела? Все хорошо. А у тебя как? Ой. Мы сталкиваемся. Как же меня бесит Земля. Пора придумать новый план. Еще лучше. Я снова вернусь в эту Солнечную систему. И первый будет Нептун. Ну, привет, Нептун. Что ты здесь опять забыл? Я теперь снова планета. Не ври. Уран, Сатурн, Юпитер, Плутон. Что он там забыл? И еще... Кто тут у нас еще есть? Марс? Плутон? Опять ты сюда пришел? Не на эту территорию. Опять здесь ты. Блин, ты даже хуже Меркурия. Ты, походу, реально меня перестанешь обижать. Ну так. Плутон, ты снова вернулся? Я пришел тебе отомстить, Земля, во-первых. И как же ты это сделаешь? Мне очень интересно посмотреть. Смотри, что у меня есть с собой. Ты что, совсем уже? Я чуть не врезался с этим астероидом. С тобой разберусь. Красава! А тоже сдолбал этот Плутон. Эх, как-то скучно. Пойду, что ли, к планетам, а то давно у них уже не был. О, привет, друзья. Чем занимаетесь? О, привет, Уран. Как дела? Давно ты к нам сюда не приходил. Ага. Ну да, я просто пришел с вами поздороваться, потому что я слишком давно к вам не приходил еще.
Фу, ну и вонь с тебя, Уран. Когда ты начал так вонять? Ну, долгая история. Ну, слушайте, почему я воняю? Это я даже не знаю. Ты не знаешь, как это появилось? И атмосфера имеет запах тухлых яиц в облаках, и они состоят из сероводорода. Думаю, рекомендую тебе так близко к нам не приближаться. Ну ладно. Спасибо, Земля. Пока. Пока. Понятно, сыграем? Нет! Рекомендуем вам вступить в нашу WhatsApp-группу. Там мы делаем спойлеры и об новых сериях. Вступайте. Ссылка в описании. Ребята, еще раз, простите, я не хотел такого. Отойди. Да, уйди отсюда, убийца встречила. Обходи отсюда. А вот это уже обидно. Ай, я падаю. А где я? Ой, я походу ничего не умер. Я в кольцах Сатурна. Это хорошо, что не попал в атмосферу. Ладно, надо отсюда выбираться. Надо забрать минералы из метеоритов. Ну, вроде готово. Надо ими собрать корабль. А то он, пока их летел в кольца Сатурна, в один астероид врезался. Тут небольшая дырка. Хорошо, что летел со скафандром. Кто мне звонит? Привет! Ну, как у тебя дела? Да все нормально. А у тебя как? Ну, как дела в космосе? Знаешь, мне нужна твоя помощь. Что-то не так? Ну, если честно, я застрял в кольцах Сатурна. Серьезно? Как это так? Ну, вот так случилось. Я думал, что попал вообще в атмосферу Сатурна, но я попал в кольца Сатурна. Ужас какой. Ну и чем же тебе помочь? Скажи мне, сколько вообще здесь смогу продержаться? В общем, я вообще сам не знаю. Ведь я так рядом с Сатурном. Сейчас. Подожди, а как насчет корабля? А, тут дырка. Не может. Ну ладно, сейчас. Кольца Сатурна, самые обширные кольца из всех планет Солнечной системы, состоят из бесчисленных мелких частиц. Ну, это так. Ну ладно. Главное, чтобы я не попал в атмосферу Сатурна. Ну, тебе нужно побыстрее чинить корабль. Ну ладно, пора чинить корабль. Несколько часов спустя. Все, починю. Ну, главное, чтобы сработало. Реально работает. Теперь я могу вернуться. Да, наконец-таки. О, боже мой, я даже не знаю, как это получилось. У нас вообще связь не пропала. Но я все-таки успел договорить. Смотрите, это Астрачел. Он смог выжить. Ура, Астрачел. Ну, ведь видите, он выжил. О, вот он где. Все, он, походу, выбрался. Смотрите, он двигается. Вот, походу, ракета реально двигается. Значит, он как-то пробрался туда. Так, сейчас надо ему позвонить. Алло? О, привет. Ну, я выжил. Я выжил с Соединенных Штатов. Ну, поздравляю тебя, но это невозможно. Ты как мог выжить в атмосфере Сатурна? Я не попал в атмосферу Сатурна. Я попал в их кольца. А корабль сам врезался в астероид. А, понятно. Спасибо большое. Куда я лечу? Нептун? Приключения продолжаются. Привет, Европа. У меня к тебе небольшой вопрос. И какой же вопрос? Тебе нравится быть моим спутником? Ну, знаешь, так немножко. Тебе что, не нравится быть моим спутником? Да, знаешь, мы все хотим стать планетами. Ну, во-первых, вы ими не станете, потому что вы находитесь ближе всего ко мне. Вы слишком маленький, поэтому не получится. Тем более, я нахожусь слишком рядом с поясом астероидов. Ну уж нет, мне это надоело. Ты мне надоел, Юпитер. Да, но почему? Поэтому я ухожу. Да, но почему? Мне надоело быть твоим спутником. Эй, ты что, к Марсу пошел? Я тебя найду. Нептун, давай в догонялки. Уран, ты знаешь, что я хочу спать? Отстань от меня. Нас куда-то засасывают. Меня тоже. Луна, может, есть какая-то параллельная вселенная? Да не думаю. Ну, привет. Помогите. Смотри, Луна, что это там такое? Походу, какой-то портал. Смотрите, что это? Кто вы такие? Я не знаю, кто они и как они сюда попали. Походу, они из параллельной вселенной. Ты на меня немного похож. Чем я на тебя похож? Кто ты такой вообще? Сам кто ты такой? Я настоящая Венера.
Вот видишь, что за твои фигуры происходит? Мы куда-то попали. Я, конечно, извиняюсь, но обернись назад. Да ладно тебе, Нептун, хватит читать. Нептун, посмотри, посмотри. Да что такое? Смотри! Чё за... Ну, хорошо. За нами. Ну, хорошо, сейчас. Ну, знакомься, это Сатурн. Сатурн, знакомься, это Зета, девятая планета. А я Сатурн. У меня самые большие кольца в этой Солнечной системе. Это круто. А это Юпитер. Это самая большая планета Солнечной системы. О, привет. А я Юпитер. Рад новому добавлению планет. А это земная группа. Мы сейчас тебя быстро познакомим. Марс, Венера, Меркурий и Земля. Планета, на которой есть жизнь, очень умная планета, и мы постоянно с ней общаемся. Ну, бывает, конечно, редко, но все равно, я знаю, тебе нужно с ней познакомиться. Ну, хорошо. Ха, я уже третий раз победил. Ну, ладно, мамочкам всегда везет. О, привет! О, кто ты такой? Новая планета? Походу, по его размеру не похожа. Ну, я Европа, спутник Юпитера. Эй, Марс, привет! Юпитер говорил о тебе, но мне надоело уже быть спутником. А зачем? Он пиздит уже просто. Ребят, вы случайно не знаете, где Европа? Не выдавай меня. Мы не знаем, где. Нет, не знаем, нет. О, ну ладно. Марс, за что? Наконец-то ты вернул. Нет. И теперь ты снова на месте. Эй, куда ты опять побежал? Пойду лучше в поезд астероидов. Куна, может, есть какая-то параллельная вселенная? Да не, не думаю. Ну, привет. А, помогите! Ну и как вы сюда попали? Стала черная дыра. Черная дыра? Ага. Ребята, они все еще тут. Ладно, нужно идти к черной дыре, чтобы она вас засосала обратно к вам, вселенную. Черная дыра засоси нас. Они ведь вернулись, да? Ну, вроде бы да. Ну, в принципе, можешь идти. Ну, хорошо, сейчас пойду к Земле. Привет, Земля. Ты та самая планета? О, привет. А ты кто? Новая планета, что ли? У нас, в принципе, нет новых никаких планет. Я Зета, девятая планета. Девятая планета у нас вроде Плутон. Это не Плутон случайно? Он же уже у нас не планета. Нет, я не про Плутона. Я ваша новая планета в Солнечной системе. Рад видеть. Ну и как ты сюда попала? Да, сама не знаю. Меня нашли две планеты. Уран и, как его еще звали, Нептун. Боже, вас еще больше, только не это. Эх, как-то скучно. А ведь жаль как-то немного. А вот у Земли есть спутник, и его не скучно. О, зато у меня есть я, Солнце, твой лучший друг. Это понятно, но я тоже хочу спутника, а не скучно. А у меня нет. Да не переживай, ты не один такой, у которого нет спутника. Куда? Расскажи нам, Солнце, почему у нас нет спутника? Ну ладно, я расскажу. Вы не можете иметь спутников из-за маленького размера, слабой гравитации и близости ко мне. Я что, маленький? Ну, походу, да, Венера. Что? Как-то скучно, как обычно. Нептун, можешь поиграть? Нет. За что такое? Кстати, а ты не думал, кто из нас холодная планета? Конечно же я. Нет, не ты, а оказывается я. Да как же? Чё, ты книгу читаешь? Переверни страницу. О, в общем, не только на тебе, но и на мне. Так как наше ядро состоит из льдов, и нас называют с тобой ледяными гигантами. Я самая холодная планета. У меня температура 224 градуса Цельсия. Это плюс еще поверхность. Ладно, всё-таки ты меня обыграл. Может, всё-таки будет... Да!
Спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить лайк и подписываться на мой канал. Кстати, уже вышло новое видео. Бегом смотреть!